Всем привет-привет, ребятки! Всем доброго утречка! С вами Флешка, и это «Женские игры». Так что сейчас для начала, для разминочки будем вспоминать, что здесь да как. Нам надо сделать систему хранения. Пошли звуки прекрасные. Привет, Макс! Привет! Систему хранения и запустить опять цветочек, потому что я его намеренно сломала, чтобы у меня ничего там... Я не в этом смысле их пытаюсь подружить. А, ну окей. Хорошо. Что нам понадобится? Что нам понадобится, ребятки? Нам понадобится, во-первых, расчистить здесь немножко места. Чё ты дергаешься? Дергаешься-то так. Так, мне не нравится происходящее. 48-56. Ну, то вроде бы нормально. Снизу черная линия. Да, снизу всегда черная линия, потому что я играю в окне, чтобы удобно переключаться на чатик. Почему-то все предыдущие 100-500 стримов это никому не мешало. И тут снизу черная линия. Я помню, как я начинала только стримить, и все такие: там полоска черная. Я такая: о боже, где полоска черная? Что за полоска черная? Снизу полоска черная? И что? Ну и что? И с боков тоже черные полосы. Возможно. А еще у меня здесь черная полоска. И вот здесь черный кружочек. Вот здесь вот. Вы не видите, но он черный. И кружочек. Вы что, расист? У меня такой вопрос. Вы что, расист? Вам не нравятся черные полосы? Значит, вот сверху коричневая полоса вас не смущает, а черная полоса снизу вас смущает. То есть, когда черный и снизу вас... Все, закрыли тему, что-то меня несет на этой почве. Нам надо сделать вот здесь дроверсы, ребята. Много дроверсов. Очень много дроверсов. И нам нужен дровер-контроллер. Нам нужно два эндер-честа. Два эндер-честа. Вот. У меня какой-то особенный сегодня чай. И... направить все оттуда сюда. Если вы не видели флешку, вы не курили? Странно. Занесло чутка. Да, бывает. Давайте начнем делать коробочки. Сделаем их очень много и запихнем туда все наши сокровища. Еще надо посмотреть, что надо для дроверс-контроллера, потому что я Кинга знаю. Флешка, все хорошо? Я не знаю, что-то какая-то перевозбужденная. Я очень сильно по вам соскучилась. Угу. И это немножко сказывается. Так, дроверс-контроллер. Ну, слава богу, все не так плохо, как могло бы быть. Потому что мы Кинга знаем, правда? Можно мне такого? Да, обычный черный Эрл Грей. Давайте сделаем побольше дроверсов. Я, кажется, делала дроверсы, нет? Или это я не здесь делала? Кажется, здесь. Или нет? У меня нету здесь нигде дроверсов. А, вот, есть дроверсы, апгрейды для дроверсов. Я все сделала. Я все сделала. Смотрите, какой я умница. Умница как... Застрель. Умница какая. Давайте возьмем камня. Что там еще надо для контроллера? Теперь ноды мне светятся через сундуки. Надо снять очечи. Уйдите, очечи. А то я слишком много вижу. Шапочка. Уберем очечи, а то они меня немножечко напрягают. И посмотрим, что нам надо. Нам надо два пистона, кусок железа. Нет, это компактер. Уйди, компактер. Нам нужны вот такие редстоун карпы. Компараторы. Это, собственно, редстоун, палочки, немножко кварца, самую малость. Алмазики нам тоже понадобятся. Кварц. Есть такая буква. У меня очень мало кварца, вам не кажется? Меня это волнует. Что я ищу? Я ищу палочки. Мне казалось, что у меня они есть. Есть палочки. Значит, нам надо 6. 6 редстоун факелов. Вот так вот. Также нам понадобится... Или я уже могу кликнуть? Вот так вот. Супер. Супер. А, вот остатки моего кварца. Я думала, я вас потеряла. И по большому счету я уже могу сделать вот так вот. Отлично.
Просто замечательно. Но здесь надо навести порядок. Здесь у меня слишком все. Наверное, контроллер будет стоять вот здесь. Да? Вот, контроллер будет стоять вот здесь, чтобы у меня хватало места на все. От жабы я бы тоже хотела избавиться. Мы сейчас возьмем Долли и просто отставим это в стороночку. Потом будем разбираться с этим потом. Так, снять подвесочку. Снять подвесочку, а то я ее сломаю до конца уже. Так. Порядок должен быть в доме. И тебя уберем. И тебя уберем. Вот так вот. И тебя уберем. А тебя вообще где-то вот здесь поставим. Отлично, поставила, просто супер. Наш стол-ломалку тоже. Так, ты только топором забираешься. Меня что-то дергает. Вам не кажется? Вы не наблюдаете, что немножечко дергает? И я не понимаю, почему. Я все лишнее отключила, FPS вроде бы нормальный, а малеха так дергает. Мы, конечно, здесь начудили всякого разного. Или, может, что у меня здесь происходит? Я здесь заменила бочку на дроверс с void апгрейдом. То есть у меня здесь ничего не валяется. У меня нету здесь валяющихся entity. Но почему-то дергает. Мне не нравится. Мне категорически не нравится. И вот отсюда тоже бы вот эту стеночку убрать. Мы будем это по чуть-чуть разбирать. Давайте вот так вот. Мы сначала это все расставим, сделаем стеночку, которую нам надо, а потом будем. Напишите мне, пожалуйста, дергает или нет. Потому что у меня такое ощущение, что дергает. И вот эту радость отсюда тоже бы убрать. Развалился, так развалился. На мелкие части. Нет, дроверс, идите сюда. Я вот сюда скину палочки и всякое такое. И освещение. Про освещение тоже не надо забывать, потому что красная луна, дело дрова. Вот видите, у нас уже здесь «Бегите, глупцы» называется. Вот. Вот. Здесь я, наверное, буду хранить. Мне бы еще компактинг дроверсов-то делать. Но мы их, наверное, где-то здесь еще доставим, чтобы. Или не буду доставлять, пускай себе так хранится. Просто у меня металлы вот там вот есть. А здесь я бы хотела просто систему сделать, чтобы приходило все от моего цветка. Я даже поначалу принесу то, что у меня есть, разложу это ручками, а потом будем уже доставлять. Точнее, будем делать автоматическую передачу. Больше дроверсов. Обычно я к четвертому уже не достаю. Вот обычно. Поэтому на сам верх лучше запихнуть то, что я буду редко использовать. Все. Вот такая вот стеночка у нас получилась. Где-то полстека дроверсов ушло. Немного на самом деле. И сейчас пойдем к сундуку там и возьмем всех вариантов по чуть-чуть и посмотрим, хватит ли нам места. Вот, тебя уже можно на место надеть и немножко вас почитать. Я думаю, что там один из наших сундуков обязательно надо выделить под пшеницу, потому что как ни крути, мой коллектор будет захватывать ее. И чтобы не разбираться с этим каждый раз, лучше сразу выделить туда пшеницу и все. Так, что у нас здесь есть? У нас есть сульфур в самый дальний угол. Дальше у нас есть апатит. Он для апатита у нас есть местечко. У меня даже есть вот для этого местечко. Все, что есть, сразу раскинулось. Давайте вот здесь сделаем алмазики, эмеральдики. Хотя для алмазов и эмеральдов можно было такой сдвоенный сундучок сделать. Дроверс. Вы не находите? Мне кажется, что да. И я так и сделаю. Это берется сундуки, берутся доски,
И сейчас сделаем такой сдвоенный сундук. Я сейчас вспомню рецепт. О, да. Флешка помнить, флешка помнить, флешка знать. О, и сразу темно стало. А чё так? Где моя лямпочка? У меня есть еще лямпочка. Вот здесь лямпочка. Правда, здесь неудобно будет забирать. Вот. И мы возьмем вот так вот алмазики и эмеральдики. Вот так вот, замечательно. Мана паудер. А откуда у меня мана паудер? Она что, добывается с чего-то? Или я где-то нечаянно что-то натворила? Так, наверх пойдут все редко нужные, но нужные, да, руды и шарды. Все, прощайте, прощайте системы крафта шардов. О, мне здесь еще одного дроверса не хватает. Дроверсы, чтобы было прям так полосочка, полосочка. Тютелька в тютельку, полосочка в полосочку. Вот, шардик. Стрелочек нет? Нет. Отлично. Что еще у нас есть? Еще у нас есть никель. Тоже. И боксит ор какой-то непонятный. Тин ор. Ну, пускай вот здесь лежит. Хорошо. А, еще у нас цертус кварц есть. Ну, давайте, давайте. Цертус кварц. Тоже где-то в верхний ряд. Или здесь пускай лежит. Пускай здесь будет. Перекинуть отсюда кварц. Я бы просто распрощалась уже вот с этими бочками и все. Но сначала сделаем эту штуку. Я бы ее запустила, она бы себе работала постоянненько. И мы бы с вами не знали горя и беды в плане ресурсов. У нас там еще время от времени будет просто кабла получаться. Ну, пускай вот здесь лежит. Кабла тоже иногда нужна. Значит, у нас здесь есть золото, есть железо, копер. Смотрите, какие радости. Еще тин. Что? Лид и сильвер. Прекрасно, прекрасно. Теперь нам надо сделать два эндер-честа. Эндер-честы. Вот. Вот так вот заморочено они делаются. Нам нужны золотые шестеренки, обсидиан, шерсть, эндерперлы. Все как всегда. Значит, эндерперлы. Есть. Шерсть. Я точно помню, где-то была. У меня, кстати, железа много. Много железа. Так, давайте это все скинем. Я не вижу шерсти. Кстати. Я могу ее сделать, потому что у меня есть вот такая вот радость. Раз. Нет. Раз, два. Ой, только два. А нет, три. Ей! Частичку переведем в шерсть, частичку в это. Также нам понадобится мана даймонды в количестве двух штук. У меня точно где-то есть. И есть. Вот. Что еще? А, в количестве 4 штук. Что еще? Обсидиан и золотые шестерни. Обсидиан, я надеюсь, что у меня уже доделался. Я взяла бочку с подвала, вот с того подвала, и присоединила ее сюда, потому что я устала страдать от нехватки обсидиана. Ну, серьезно, как в каменном веке живем. Вроде бы уже летаю и всякое такое, а обсидиана все не хватает и не хватает. И золотые шестерни. Раз, два, раз, два. Супер. Я, кажется, здесь могу и shift кликнуть эту радость. Не могу, потому что нету сундуков. Иди сюда. Раз, два. Я больше нигде не использую пока что сундуки. Поэтому они у меня будут не крашеные для начала. А потом, когда доберемся до крашеных, тогда и будем смотреть. У меня где-то были кондуиты. Есть кондуиты. И также мне нужны спид-апгрейды. И мы сейчас посмотрим, могу ли я себе их позволить.
Вы видите по моему недовольному лицу, что как бы я в принципе могу себе их позволить, но как-то не хочется себе их позволять-то. Давайте сделаем. Или у нас есть где-то электросталь? Электросталь. Просто сталь. Еще какая-то сталь. Алюминия много. У меня нету электростали. Ну или есть где-то, но я ее не вижу и не найду. Можно было бы включить поиск, но мы ее лучше сделаем. Мы ее сделаем. Сейчас поставим сталеньку делаться, и я вас почитаю. Для этого нам нужен силикон, железо и пульверизированный уголь. Угу. Давайте возьмем железку. А есть ли у меня где-то силикончик? Я не наблюдаю силикона. Возможно, я ее уже наделала, нет? Да, нет, это не то, вот это. Хорошо, и один стек угля пустить на пульверизацию и почитать вас. Возьмем каблы, возьмем дерево. Что еще возьмем? Возьмем редстоун, здесь есть. И положим сюда немножечко железки и сделаем пистонов. Нам еще пистоны понадобятся для ускорителей в приличном количестве. О, смотрите, 19 штук. Вот, конечно, конечно. Пистоны всегда надо. Ничего не знаю, пистоны всегда надо. И знаете, вот тут, где контроллер, мы сделаем дырдочку. Угу. Здесь поставим один Ender Chest. Вот, а потом его соединим трубой. Трубкой, кондуитиком. Ну, в принципе, мы можем уже соединить, по большому-то счету. А ускорители потом вставить. Вот, и настроить это счастье. Значит, здесь экстракт без сигнала, здесь инсерт. У меня есть немножко свободных драйверсов. Вот. Давайте сюда закинем, например, обсидианчик. Да? А, вот еще обсидианчик. Глоустоун надо бы закинуть. О, кондуитик один лишненький. Каблу тоже можно закинуть. Вот эмеральды, алмазы. Эндерперлы я хочу вот второй слот здесь положить. И вот так вот по контроллеру. Клац, клац, клац. Я точно к контроллеру присоединила? К контроллеру. Замечательно. Вот. И все рассосалось по местам нужным. У меня еще есть один компактинг дроверс. Я бы туда, наверное, глоустоун запихнула. Компактинг. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Федя, Федя, где ты? Где ты? Вот мой компактинг дроверс. Я бы, например, вот здесь заменила. Вот. На вот так вот. И сюда пошел бы глоустоун. Отлично. Так просто удобнее его брать и вообще удобнее с ним взаимодействовать. Так, где наш электросталь? 20 штучек, это на 5 ускорителей. Это мало, это мало. Мне надо больше. Мне надо хотя бы еще, ну, чтобы было 3 ускорителя там, 3 ускорителя здесь. Так, давайте сделаем. Нам надо 6 ускорителей. Мы сделаем 6. 6 ускорителей. Прекрасно. Просто замечательно. Я бы даже сказала, великолепно. Вот. И теперь троечку поставим сюда, на забор. Вот так вот. А в принципе, там мне не надо будет. Я там прямо на Ender Chest поставлю. Эй. Вот. Я там прямо на Ender Chest поставлю коллектор и не буду заморачиваться. Чего я заморачиваюсь? Флешка разучилась играть в Майнкрафт. Шок, сенсация. Без смс регистрация. Так, иди сюда. В меня влетел. И замечательно. Здесь у меня ничего, кроме пшеницы, нет. Итак. Так. Ты конфигурацию свою сбросил, дружище, да? Так, 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 так. Не-не-не-не-не. Назад. Назад. Значит, это у нас X. Вот. По X мне надо, чтобы он работал на 1, 2. Вот, в принципе, это 2,
3 – это максимум. А вот по Y мне надо, чтобы он работал на 7. Я не знаю, он работает на 7 в каждую сторону или в принципе на 7. По Z это вверх-вниз, ну пускай на 3 будет. Можно поставить фильтр, чтобы он сюда не тянул пшеницу. Мы можем это сделать. Хотим ли мы это делать? Конечно, хотим. А что нам еще делать? Фильтры – это счастье просто. Давайте сделаем фильтр. Причем фильтр из Random Things достаточно простой. Это у нас просто красители и бумажка. Для красителя мы что используем? Мы используем желтые цветочки. Мой цветок здесь просто нашалил. Так нельзя. Так нельзя делать. Фу-фу-фу. Вы видите, что он натворил? Так. И еще один желтенький цветочек. Сбросим сюда Bone Meal. И где-то здесь у меня был пестик и ступка. Пестик и ступка. Нам нужен краситель. И также нам нужна бумага. Стоп. Не, нам нужен блок-фильтр. Нам нужен блок-фильтр, да? Нажмите Shift, чтобы получить больше информации. Нажимаешь, оно это удаляется. Нет, давайте блок фильтра сделаем. Мне кажется, что это он. Item фильтр это то, что позволяет передавать, а блок фильтр это тот, что блокирует. Пускай краситель здесь лежит. Мы еще красненького размельчим. И по большому счету я тут пробежалась по заданиям. У нас остались ачивки, сумки, конечно же, и много-много Essential Craft. На самом деле много. И надо будет в него врываться, потому что все пути закрыты. Где моя бумага? Порядок приди. Бумага. Вот серьезно? Вот настолько все плохо? Ой, все. Сейчас я возьму сигилу, сделаю себе быстренько бумаги. Вот 3 штучки. Замечательно. Сделаем бумагу, сделаем фильтр. Запихнем. А вот есть бумага. Бумага, краситель. Мы получили фильтр. Его поставить надо. Или он вообще не даст ничего подымать? Сейчас посмотрим. Мне кажется, что он... Нет, это не то, что мне надо. Пошли делать желтенький. Не переживайте, мы сделаем в конце концов то, что надо. И как бы не сбеднею от одного лишнего фильтра. Мне почему-то казалось, что он будет работать с этим. Хорошо, ты. Вот, ты есть. Все, тебя можно в блэклист. Все, поняла. Пошли его поставим, и он уже не будет у меня подымать пшеничку. Все, и мы забудем о проблемах с пшеницей. Наш раб там работает. Замечательно. Что нам осталось сделать? Нам осталось вернуть это все в рабочее состояние. Мне нужны какие-то блоки, чтобы это все запустить. Даже вот так вот сделаем. Так. Палка-копалка, прекрати! Где моя палка-направлялка? Вы видите, что она творит? Без спросу, без чего бы либо. Такая, ой, все, я лучше знаю, как делать. Вот так вот. Я помню, что я ее... О, я же вам не рассказывала. Короче, после стрима, точнее... В начале предыдущей недели я думала, что я еще в состоянии буду стримить в понедельник. Такая, думаю, зайду на карту, проверю, все ли там хорошо, туда-сюда. И у меня сломалась карта. У меня совсем сломалась карта, причем сломался даже бэкап.
И мне пришлось откатиться на момент, когда мы делали бэкап перед заходом в Deep Dark. Очень печально, и я потом очень долго восстанавливала то, что мы сделали на стриме. Давай, ломай. Умница. 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 Ой, ты моя хорошая. Не поднимает. Почему ты не поднимаешь? Ну давай к черту пшеницу, давай вот так вот сделай. О, поднимает. Но пшеницу поднимает чаще. Вот, пошли руды. Пошли руды. Так, давайте уберем по иксу. Уберем до 4. И посмотрим, будет ли больше пшеницы или руд. Как-то странно поднимает, вам не кажется? Или оно сжигает все? Не, ну если смотреть с той стороны, что я это все получаю абсолютно на халяву, то в принципе, ну и фиг с ним. Но. Влог-брекеры, которые бы это делали снизу, они бы это делали намного эффективнее. Окей, оставляем эту радость здесь работать. Я надеюсь, что я сейчас отлечу, и оно не сломается. Уйди от меня, пшеница, я лучше хлебушка поем. Хлебушка? Ом-ном-ном. Я много смогу хлебушка съесть? Совершенно немного. И даже не смогу его на место положить, потому что не влезает в меня. Вот здесь лежи, пожалуйста. И палочку здесь оставим. Отлично, оно работает. И сейчас посмотрим, что-то еще у нас появляется или нет. Мне кажется, что я все учла. Теперь можно разобрать вот эти ящики. У меня здесь вот копится всякое. Блоки угля, блоки флинта. Мы их сразу вот в контроллер можем запихнуть. Блоки этого красавца тоже можно. Все лишнее сейчас скинем. Вот. И вас почитаем.